You'll be seeing red by the time I'm done with you. Зега вежливо начинает матч. Я думаю, сейчас будет баттон чек. Нет? Нет, играют, играют ребята, да. Настроились видимо... еще на прошлом. А. О, колесо. Ну, это сейфовое колесо, лайткик версия. Так, что будет? Что предпримет Фокс? Угу. Ну, пока... То есть у Джури Лафидна это пока не такой, о котором стоит волноваться особо. Но все равно. Ох. Дайвкик — это командный у Джури. Он, по-моему, все версии наказываются. Я не уверен насчет всех, но вроде как все. Но там Джури может она типа такой типа миксап сделать, что она может там дайвкик с одним ударом, с двумя, там, с тремя, поэтому нужно, так сказать, быть уверенным в своих панишах, иначе огребешь. Хьюзо, кстати, раньше использовал вторую ультру за Джури, с которой он мог комбить после, например, эксового дайвкика там. Но сейчас он выбрал Feng Shui Engine, ультра, которая, ну, чем-то похожа там на Гинейджин юновский. В общем, Нормал и Джури концелятся друг друга, но, в общем, сейчас вы увидите, очень, очень хорошо миксабит, там оверхед, с оверхеда можно фулл комбо сделать. Или там слоу удара. Вот, вот, пошло, пошло. Причем нон-стоп поток нормалов идет. Очень тяжело с этим бороться. Нужно очень хорошо реагировать на оверхеды. Ну, хорошо так он проигрывал по жизни и вытащил. Да, и вернулся. Хорошо было. Ох, сконфермил комбо Fortune Fox. Нож недостаток по жизни мне вернул пока. Вот тоже неприятная ситуация, когда персонаж вылетает из твоей комбо, а ты уже там спешл сканцелил, в итоге спешл вифает, и часто за это можно получить паниш. Вот опять же, колесо. И получил Кьюдзе за свои колеса. А! Но Кьюдзе это не остановит. Никогда. Никогда. Колеса for life. Ох, ультру первую включил, и Fortune Fox убегает, говорит. Нет, нет, не хочу. Но Джури его догнала. А, бросок, хорошо. Бросок вошел. Ох, и вот этот как раз кроссап Sky High Claw. Да-да-да. Ничего, поровну пока идут ребята. Причем Fortune Fox придерживается своего стиля игры такого, ну... Не очень агрессивно, то есть небольшими вспышками агрессии, но да, в основном да. Такого. Keep away с клешнёй своей. Съел на ровном месте. Да-да-да. Больно. В углу вообще неприятно есть, потому что это, там любой дэмэдж в углу он деморализует похуже, чем любой дэмэдж на мидскрине. Очень неприятно. Пытался выпрыгнуть. Да-да, не получается. Несмотря на то, что Кьюз даже без общих селектов каких-то играет, все равно не упускает Fortune Fox из угла. Ну что в основном против этих бэкфлипов Веги, у него их два вида, различаются по длине. Часто очень удобные общих селекты используют. Ох, что это было? Не-не-не. Да-да-да. Рандомного супера. Попытался Fortune Fox прочитать и среагировать, да, но... Да. Слишком чесались у него пальцы. Слишком чесались. Да. Так, так, так. Все то же самое. То же самое, но потихоньку Fortune Fox загоняет теперь Джури в угол. Давай, пора что-то делать. О! Это интересный удар у Джури, Jumping Medium Punch. После него она может джаглить. По-моему, ну, очень мало таких ударов в Street Fighter. Я считаю, это очень сильно. Мне нравится. Люблю, когда ими пользуются. Но, тем не менее, только что Джури была в углу, а теперь все наоборот. Fortune Fox в углу, и у него стан, и он вообще мертв. Как так? Отметелило буквально за несколько секунд. Да-да-да, просто пока я там рассказывал про Jumping Medium Punch, Fortune Fox уже умер. Так.
Точно так же, как в предыдущий раунд это начинается. А, ну только в этот раз Fortune Fox не так сильно загоняет Джури в угол. Хм. Походу, все. Походу, Джури уже все на коне. Да. На волне. Пошла игра. Отработано. Да, да, да. И сейчас, сейчас стан. Вот еще там попадет один раз, будет стан, я думаю. Ах! Поймал Fortune Fox на том, что кнопочку нажал. Просто такое давление непрерывное.